Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, то бишь Нефрит. Ну и сегодня мы продолжаем гонять лысого. Да, кто, конечно, понял, каждый понял свою меру испорченности. А мы будем сегодня проходить Хитман Кровавые Деньги. Продолжаем его прохождение. Мы закончили один из уровней, который был пипец тоже сложный. И сейчас еще один будет сложный. Короче, уровни все тут сложные, по идее. Вот, смотрите, этот утырок сидит справа. Короче, я вообще сейчас Хитмана вообще... Я не знаю. Я напишу на убийцу, пройду, не пройду, уже не важно. Но я не буду играть с оружием. Я буду стараться, как всегда, проходить без него. Поправка XX. Короче, 25. Ну да, ребят, кстати, не забываем ставить люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии под данным видео. Ну а с нами зеленый чаек. И мы поехали. Я думал, вы сказали, что убили его. Отсрочка приговора была короткой. Несколько дней назад мы накрыли агентство. Вы взяли его прямо в офисе? Нет. Но офис теперь закрыт и уже не откроется снова. Вы нашли бумаги Ортмайера? Они все еще ходят по рукам. Но мы узнали, что документы бесполезны без свежей пробы костного мозга 47-го. Выходит, он и мертвым опасен? Только до кремации. Которая начнется через 20 минут. Так как же вы его нашли? Его подвели самоуверенность и алчность. Он взялся за самую трудную, самую дорогую попытку убийства в истории. Покушение на президента? То самое, о котором вы спросили в начале нашей беседы. Хотите узнать, как было на самом деле? Мы рады, что вы взялись за это задание, мистер 47-й. Перед вами в долгу вся страна. К черту патриотизм, Смит. Конечно. Вы ознакомились с заданием? Еще нет. Обрисуйте мне ситуацию. Неугретенок, да. Президент США вступил в сговор с Марком Парчетти. Думаю, вы знаете, кто он. Знаю его работу. Отлично. Они планируют убить президента, как только он вернется из Лос-Анджелеса. Еще напиток, сэр? Будьте добры. Более подробные сведения в описании. Я могу еще что-нибудь для вас сделать? Я давно ждал шанса поработать с вами. Я сообщу, если мне понадобятся подробные сведения. И еще. Больше никаких личных контактов. Простите, господа. У племянницы день рождения. С днем рождения, милая. Ты получила мой подарок? Это то, о чем я всегда мечтал. Личный пропуск в Белый дом. С крыши убрали сигнализацию. Да, солнышко. Все в полном порядке. Уж прости, но у твоего дяди дела. Я позвоню тебе позже, и мы поговорим о твоей вечеринке. Ох уж эти девочки. Слушайте внимательно, 47-й. Ой, не готовится покушение на президента США. По идее, его должны предотвратить ЦРУ, ФБР или секретная служба. Однако, мы не можем на них рассчитывать. Почему? Да потому, что за покушением стоит действующий вице-президент. Та же преступная группировка, что посадила его на эту должность, собирается протащить его в овальный кабинет. У них есть свои люди в каждом из правительственных агентств. Убийцы, скорее всего, уже находятся на месте. В Белом доме. Если вы их не остановите, президент погибнет сразу после возвращения из Лос-Анджелеса. Ваши цели – печально знаменитый киллер Марк Парчетти III и вице-президент собственной персоной. Да.
Давайте прокачиваем пятый. Вот так вот. На ёмку-то мне, походу, не хватит. Все, не хватает. Ну что ж, начинаем миссию. Так, блядь. Ох, это ебаная миссия. Столько заковырок. Я ее так плохо помню, потому что я ненавидел эту миссию. Никогда не мог пройти на Сталина Сосе. Пролезть можно? Нельзя. Но тут тоже ничего нет, блядь. А что, если чемодан возьму? Так, что у меня вообще есть? Мины, мины, мины. Типа я турист с чемоданом. Лезьте на ленту и проходите здесь. Ты шикарный, да? Папа. Так, это официант или кто это, блин? Портье. Че мне, блядь, сюда? А, мне сюда. Шел вон! Шел вон сразу же, понял? Прошу прощения, но вам сюда нельзя. Понял, понял. Да блин. Тебе тут делать нечего. Да куда он мне лезет? Это частное владение. Выступил сегодня на пресс-конференции после встречи руководителей органов правопорядка и разведки из Мексики, Канады, Великобритании, Германии и Франции. У меня еще камера спалила, да? Да вообще супер. Я, бля, даже и не знал, что здесь камера. Нехорошее место. Вообще понять бы, кого здесь грохать-то. Короче, давайте начнем сначала. Я уже камера нашла. Я потому что даже не знаю здесь как, чё, где камера, потом это вообще будет трындец. Давайте я один первый пройду. Положите вещи на конвейер и проходите. А у меня нет вещей. На конвейер класть. Пошёл вон. Исполняющий обязанности директора ФБР Лоуренс Квигли изменил уровень. Это частное владение. А вот сюда чувак заходит. Пусть он еще раз зайдет. Негр? Да ладно. Скинул, ты пойдешь. Что-то нам не вход сказали. Только по пропускам. Писи, писи, писи.
Одежда музейного. Так, хорошо. Дверь открою я. Умно. Чё, я вообще ничего. Да я имею доступ. Так, чё, блядь, тут есть? Швабру не могу взять, только нож. Свет, сука. Значит, здесь я могу еще ходить. Здесь, походу, дела нет. У меня ее нету. Ну да. А вы меня увидели? Полево, сука. Да. Пипец. Миссия-то веселая, бля. Что тут интересно обозначено этим значками-то? Тихо, бля. А, я могу прикинуться работягой. Ой, я его убить. А так, я нечаянно. Так, понятно. Мы знаем, что здесь работяга ходит. Пошел вон! Вход только по пропускам. Чувак, мне очень надо. О, блядь, пиздос. Да. Зачем он сразу шмаляет?
тут же и открываем поменьше шмалея. Пошел вон! Только после тебя. Да-да-да-да-да-да-да. Блядь. Что за ебучая миссия-то такая? Так, чувак, чувак. А, здесь можно было через окно залезть. Ну, ладно. Побудем в красивой одежде. Так сказать, при параде. М14. Так, тут какой-то базар идет. Я не могу понять, где он. Слушайте внимательно, 47-й. Готовится покушение на президента США. Слушай, как все сложно, а? Да. Вообще миссия изматывающая. Вроде всего две цели, но... Блять. Эти две цели... Дают о себе знать. Тут апартаменты, походу, дело президента 100%. Или вице-президента, блять. Кого ты из них? Кто ты? Это не моя цель. Эй, тебе тут делать нечего! Заебись. Прошу прощения, но вам сюда нельзя. Ты нарвался, умник. Надоели. Все, им туда нельзя, сюда. Еще камеры на каждом углу, блядь. Прям вообще ходить невозможно. Главное, не через камеры, бля. Ох, они там сосутся.
камера. Ты что за животное, блин? Короче, я тут на... На крутаны я тут, похоже, дело не пойду. Жопа чую, что мне туда надо. Последняя сигарета. Да, мактушником буду. Я, может, в других штуках пока не... Ключ нашел тут. Нет уже у меня шпицата. Который со снотворным. Что я буду сейчас человеком черным? Вот все. Пускай здесь Шимурик отдыхает. Блять, у меня было с наркозом. Надо к ноль из нуля, все, там ничего нет. Давайте засоримся. Блять, ну и миссия. Опять меня увидели. Ну зато я вижу этого. Мне везде камеры пали. Что за, блин, за лабиринты нахер? Что там, вертите все.
тут, короче, кого-то грохнули. Но это был не я. Значит, ты и есть знаменитый маг Парчетца Третий. Не стоит меня убивать, 47-й. Я такой же, как ты. Наше сходство не имеет значения. Мы практически братья. Ты же не выстрелишь. Я делаю то, за что мне платят. Что за нахер? Так, нахрен сохранюсь. Что за блядь? За блядство. Не помню этот момент. Духа, походу, его надо догнать. Пост 2 чист. Пост 2 чист. Вот зачем, блядь, эти лабиринты тут. Это он и есть? Я, блядь, от него. Что, где-то наверху? Убил меня? Нихера себе. С одного выстрела. Ну, петушара. Тоже у нас только одна. В одежде уборщика только еще был. Он же контрацептив, а? Теперь мне осталось бабу это найти, да? Вице-президента. Давайте засейвимся. Миссия вообще, как видите, вообще нелегкая. Поэтому на крутую концовку я не смогу, наверное, пройти.
помощь, на помощь. Когда-нибудь надо было стать терминатором, да? Ребят, надо было когда-то это сделать. Сегодня тот день. Короче, тут я не буду бесшумно убиться, как вы поняли. Тут мне им не быть. Ну, главное, мы хоть ушли от погони, блин. А чё это я не убил её, что ли? Даже я убил. Что за нахер? Отсюда ли будут проблемы? Убил вице-президент. Не того убил. Крухи на вала. Убран. Ну, потому что бабы его убил.
Короче, ребят, это полный П. Эта миссия провалена по полной. Никогда я нормально пройти не мог. Теперь вы знаете, какие миссии бывают в Hitman. Не. Очень сложные миссии. Я вот там тоже чуваков валил, тогда здесь выходил через эту дверь. Короче, как ни крути, а никогда я бесшумно не мог пройти. Уж очень такая миссия громкая. Где, интересно, у них камеры слежения? Здесь есть ключ карты, пипец. А вот и камера. Хуй дело, здесь записи хранятся где-то. Вот так вот. Ребята, вообще супер. Хотя бы замел улики. Пошел вон! Ухожу. Где эксит? А, тут эксит. Ну, ребят, извиняйте, это была, сами видите, какая миссия. Я сам просто прихренел. Ну, зато мы поиграли с пушками. Баланс профи, насилие. Ваша узнаваемость. Два. Прохождение, ваш рейтинг. Лунатик! Ребят, это же я, да. Лицемер, лунатик, фанатик, еретик. Чертовски. Классно, я первый раз такой профиль получил. Лишний жертв, минус 3 косаря. Давай. Кем? Чё у меня тут? Ладно, подкупим полицию, что поделать. Но все же продажно. Лунатик снова убивает. Дэниел Моррис. Убит. Полиция подозревает, что в деле замешаны кровавые деньги. ФБР подтверждает, что вчера
Днем в Белом доме убиты вице-президент Дэниел Моррис и неизвестный человек. Энн Моррис и неизвестный, предположительно, жертвы в кровавом эпизоде, повлекшие за собой еще 7 смертей. Среди прочих убито 6 офицеров службы безопасности Белого дома. Пресс-секретарь руководителя личной охраны президента заявил, это дело получило высший приоритет. Все доступные ресурсы брошены на поимку преступника. Также погиб случайный свидетель. Следователи заявляют, что судя по пулевым отверстиям и гильзам, найденным на месте преступления, убийца произвел 36 выстрелов. Изучение ран на телах пострадавших дало основание предположить, что убийца опытный стрелок, компенсирующий меткость энтузиазма. Местные жители сообщили, что они слышали нечто напоминающее серию выстрелов. Следователи обнаружили гильзы 9-го калибра. Это дает основание предполагать, что огнестрельное оружие, возможно, SLP-40, могло быть использовано для убийства. Власти озабочены тем фактом, что 5 жертв безжалостно убито выстрелом в голову. Одна жертва найдена мертвой. При подозрительных обстоятельствах криминалисты пытаются определить, наступила ли смерть от естественной причины или имеет место убийство. ФБР сообщает, что в настоящий момент свидетели, скрывшиеся с места происшествия, живыми дают показания. Следователи докладывают, что преступник пытался замести следы, меняя внешность. Сравнив описание внешности убийцы, сделанное несколькими свидетелями, полиции удалось составить этот портрет. Наконец-то портрет получилось составить по мне. Следователям разрабатывается версия о том, что киллер связан с филиппинской организацией, преступной группировкой. Ну да. А назначение на пост вице-президента в начале этого года Дэниел Моррис не является публичной фигурой и вел достаточно замкнутый образ жизни. Неважно, чем ты занят, ты должен быть способен грамотно выполнить поставленную задачу. Такова была его философия. И хотя он отмечал важную роль прессы как барьера от сторонних нападок на политика, он не понимал, как это может относиться к нему. Ну, это, ребята, сможете почитать сами уже. Вице-президент был в Белом доме, но сам убийцу ждала та же участь. Он был убит охраной почти в то же время, как и прогремел роковой выстрел. Личность убийцы на момент публикации этой статьи не была раскрыта. Дэниел Моррис по указу президента Стюарта сменил на посту вице-президента Полдинга Бурки, погибшего в автомобильной катастрофе, причины которой до сих пор расследуются. Конгресс практически единодушно утвердил его кандидатуру, хотя он не пользовался особой популярностью у обеих партий до своего избрания. Короче, ребят, сами там почитайте. И эту статейку почитайте. Голдбек. Не знаю, кто такой. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайт 987. С вами был Неф. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставлять ваши комментарии. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.